Подарки к Пасхе, сделанные своими руками. В Воронеже в рамках акции «Благодатный огонь в сердце каждого» состоялся мастер-класс по созданию поделок Светлому Христову Воскресению. Украшение яиц – одна из любимых и взрослыми детьми пасхальных традиций. В ход идут краски, специальные наклейки и, конечно, творческая выдумка и фантазия. Кто-то из художников раскрашивает свой сувенир, а кто-то приступил к росписи большого яйца, расположенного в центре сити-парка «Град». Поддержать участников мероприятия пришел и правящий архиерей владыка Сергий. Сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы и самим себе создать радость. Потому что самая большая радость на земле – это радость творчества. И мы с вами на этом мастер-классе созидаем. И рады тому, что эти пасхальные сувениры, которые мы с вами сделаем, они потом будут радовать людей, которые приобретут эти сувениры, поставят у себя дома, и теплота ваших сердец и вашей любви наполнит и их быт. Созданные в ходе мастер-класса пасхальные сувениры будут представлены 2 мая на благотворительной выставке-продаже в сити-парке «Град». А средства, которые благодаря вам будут выручены, они пойдут на созидание любви и сопричастности ко всему происходящему у детей с ограниченными возможностями. Под руководством мастеров народных промыслов и студентов иконописного факультета Воронежской духовной семинарии участники акции, среди которых было немало известных людей Воронежа, не только украшали пасхальные яйца, но и готовили пряники, лепили из глины свистульки и пробовали себя в росписи по шелку. Свою руку к созданию сувенира приложила владыка Сергий. Пасхальное яйцо с изображением Введенской церкви также будет представлено на благотворительной ярмарке.